Всем привет! Мы продолжаем играть на ферме. Находимся мы на карте Farm Town 2. И сегодня будем заниматься фермерскими делами. Продолжать, собственно говоря. Вот. И сейчас я хочу поехать на первое поле, которое у нас находится в самом низу нашей карты. Вот. И там я буду, значит, удобрять поле и вот засеивать. Сейчас я прицеплю сеялку. Ехать я буду вот вместе с одним из наших работников, а именно вот с этим. Поля там были убраны за кадром, да и вообще за кадром было сделано очень много работы. Вот. Об этом я расскажу немножко попозже. Сейчас я хочу зацепить вот этот трактор за вот это вот переднего, чтобы мы вместе доехали до нашего поля. Сеять мы там будем. Значит, я решил на одном, на первом будет у нас пшеница, на 65-м будет у нас ячмень. То есть две культуры, которые дают соломку. Вот что мне сейчас на первое время надо. Так, едет? Едет, отлично. Тем временем у нас за кадром была сделана уборка вот этого вот 31-го поля большого. Также я его подготовил, удобрил и засеял травой. Пока на первое время 31 поле у нас будет засеяно травой, для того, чтобы получить как можно больше и быстрее денег, для того, чтобы окупиться и в основном купить уже технику, а не брать в аренду, расплатиться с кредитами, ну и, собственно, уже иметь свои собственные деньги. Вот. А на двух других полях, это первое и 65-е, на которые мы сейчас едем, у нас будет расти культуры, которые мы будем перерабатывать в семена. Вот. И часть из них будет идти для наших свинков. Нашим свинкам. Вот. Которые довольно-таки хорошо плодятся. Я частично из них часть продаю и на этом немножко, как говорится, зарабатываю. Хотя бы окупаю то, что у нас ежесуточно взнимается. Ну, аренда техника, кстати, поднялась до 40 тысяч. Вот, как ни странно. Так, ну, в общем, мы приехали. Давайте оставим технику здесь. Так, и тебя мы остановим. Данное поле, как вы видите, оно уже вспахано. Мы можем посмотреть, значит, здесь у нас первая стадия уже есть. Мы сейчас удобрим второй стадией. Так, я хочу назначить, значит, это у нас первое поле, текущее место расположения, возврат на старт и проход по периметру один раз. Дальше, обход островков с проходом по периметру, нет, простой давайте поставим, и здесь поставим с разворотом, окей. Так, все отлично. Здесь у нас все сгенерировалось. Ну и давайте, собственно, запускать. Значит, процесс удобрения у нас пошел. А далее нам надо будет сейчас, в принципе, не знаю, ждать или не ждать, чтобы он... Да давайте подождем, потому что обхват здесь очень большой, он быстро закончит. Поэтому, чтобы у нас в дальнейшем не было всяких инцидентов, столкновений, что называется,
Вот. Можно, в принципе, подготовиться. Давайте, ну, например, станем здесь. Подгенерируем курс. Значит, выбираем посев. Да, кстати, сеять будем пшеницу. Вот она у нас первая. Выбираем первое поле. Автоматическое расположение техники. Возврат я хочу. И давайте сделаем где-то, ну, три прохода. Простой. Здесь у нас с разворотом. И окей. Что у нас получилось? Давайте посмотрим. Ага, вот такая вот схема работы нашего нашей программы, скажем так. Давайте временно куда-нибудь вот сюда вот встанем, чтобы им не мешать. Потому как он сейчас будет это все здесь разворачиваться. Так, ну а мы тем временем здесь на 65-м тоже я подготовил это все, смотрите. Стоп. А, на 65-м. Что-то я сюда переместился, непонятно. Так, 65-е это у нас вообще в той стороне. 65-е, вот. Как бы мне сюда переместиться поближе. По-быстрому, вот. Вот так вот, таким вот образом. Здесь, как видите, тоже все вспахано. Под первый слой удобрения. Здесь остается это все, опять же, удобрить, засеять, ну и, в принципе, ожидать урожая. 64-й лук, скорее всего, я продам, так как он довольно-таки непонятной формы, и на нем не очень удобно работать, да и, в принципе, там очень мало продукции мы получаем, поэтому давайте его продавать. У нас получается Ctrl правый и Page Up. Мы выбираем поле. Это у нас будет 64-е поле. Так. Вот. Продаем его за 52 тысячи. Чтобы продать поле, нам нужно нажать Enter. Оп, все, отлично. Мы его продали. И на счет нам сразу же перечислили деньги за продажу. Так, как у нас здесь работа идет, отлично. Сейчас мы подготовимся. Так, здесь пока ничего, здесь пока у нас все. Кстати, вот свинки у нас потихонечку здесь постоянно мусорят. Кормом я не успеваю убирать за ними. Кстати, насчет свинок, смотрите, здесь у нас уже 1086. Я потихонечку по 10 штук постоянно убираю. Вот недавно подвез канолу, которую собрал за кадром на первом поле. Ну, вроде бы потихонечку у нас все здесь работает. Так, хорошо, давайте смотреть. Здесь работник уже заканчивает, поэтому давайте переключаться вот на этот трактор. Так, сеем мы пшеницу, как и договаривались. Так, ну и давайте, собственно, запускать. Запускать мы будем со следующей ближайшей точки. Вот так вот. Ах, ты не хочешь, да? С ближайшей, со стартовой продолжить, со следующей. Ну-ка. Не хочет. Так, ну-ка, вот так давайте. Во, все, пошло. Надо было встать просто чуть-чуть перед стартовой. Так, здесь процесс пошел. В принципе, нам здесь уже суетиться не нужно. Сейчас нам главное вот этого трактора поймать. Так, и он сейчас едет все. В принципе, он едет сейчас обратно.
мы его останавливаем, пересаживаемся сами, курс можно сбросить и едем сейчас на 65-е. Так, 65-е. Вот оно. Предлагаю где-то вот здесь вот начать. Так, давайте смотреть. 65-е. Вот. Ну и настройки, в принципе, те же самые. Что у нас здесь с разворотом? Все правильно. Поехали. Все, удобрение пошло. Теперь нам остается только подождать. Так, давайте убедимся, что здесь у нас все нормально. Ага, все, он поехал по нужному маршруту. Здесь можно у нас, как говорится, оставить его. Так, что я еще хотел сделать? Так, здесь у нас на биогазе пока что затишье. Вот, давайте продадим пару десятков свинюшек. Для этого я написал несколько курсов. Так, курс называется, давайте вот поедем обратно, все, я его запрограммировал, и в принципе он сейчас поедет на к нашим свинкам загружаться, а мы его уже там остановим. Ну как, в принципе он там сам остановится, мы его перепрограммируем чуть-чуть попозже. Тем временем у нас есть большой спрос, который я когда за кадром играл, видимо, я отошел и не заметил. Прихожу, смотрю, у меня три больших спроса. Это у нас на пшеницу, которой нету. Дальше на удобрения. В принципе, удобрения у меня есть. Вот их даже много, где-то около 40 тонн. Но удобрения я лучше использую на удобрения наших полей. Зачем его продавать, если его, чтобы потом покупать, чтобы удобрять поля. Здесь как-то нелогически. Ну и еще один большой спрос. Вот это непонятно что. Кто знает, подскажите, не знаю, может быть вы в курсе. Биогаз. Что-то вот из этого. Что это такое, я понятия не имею. На щепу это не похоже, потому что щепа это у нас вот. Вот она. А это, скорее всего, какая-то культура. Непонятно какая. Ну, не суть важно. Так, комбайн пусть пока. Кстати, здесь у него еще осталось немножко канолы. Так, тем временем работник здесь у нас работает. Так, а я хотел наш трактор вот этот мощный, он где находится? А, вот он, кстати, вот этот приехал. Так, мы его останавливаем. Загружаем маршрут Pixel, то есть продажа свиней. Заезжаем сюда. Так, загрузить. Загружаем 9 штук. Да, все. Животных мы загрузили. Ну и, собственно, дальше отправляем его по маршруту. И не забываем поставить вот здесь «да». То есть, чтобы он остановился в конце маршрута. Чтобы он не продолжил ехать
обратно вот к этой точке. Ехать, конечно, он будет уже по-другому, напрямую, через вот так вот все, через все здания. Чтобы этого предотвратить, надо нажимать там функцию «Да». Так, хорошо. О, КТ продаются со скидкой. Интересно. Извините. Так, хорошо. Давайте посмотрим, где у нас... Угу, этот трактор у нас занят. Я просто с ним хотел... У нас просто лук на лесопилке там уже подрос. Так что, наверное, придется немножко подождать. Так, и тем временем у нас работник, смотрите, здесь уже заканчивает потихонечку. Так, ну а мы с вами что можем сделать? Мы можем... Я даже не знаю, этот трактор, он не потянет две косилки. Скорее всего, придется подождать. Мы можем пока посмотреть, что у нас здесь. Вот, выгрузить отсюда немножко щепы. Кстати, надо будет привезти небольшое количество этих бревен, чтобы запустить нашу лесопилку. Так, отлично. Здесь, что самое интересное, вот сколько загружаю, столько же и автоматически переходит в тот контейнер. То есть, допустим, загрузил 5 тонн щепы сюда, и на выходе получаю, в принципе, почти столько же. В дальнейшем здесь надо будет, конечно, подкинуть побольше, чтобы не заморачиваться с этим. Так, ну и пока мы все оставим. Кстати, а что у нас здесь? Это у нас какое-то хранилище? А? Ничего не падает. Это мне показалось, что оно... Откуда ни возьмись. Кстати, это какое-то, видимо... Было бы здесь реально хранилище, было бы здорово. А так это просто, скажем так, текстура. Так, здесь я, скорее всего, за кадром буду писать курс. Буду работать сам и запишу курс на покос травы. Так, что у нас здесь? Здесь у нас уже прибыл давненько. Нам остается только сдать вот так назад. Ну и, в принципе, продать этих свиней. Продавать мы будем вот таким вот способом. Подъезжаем, разгружаемся и получаем деньги. Вот вам еще 10 тысяч. Так. Этот маршрут мы сбрасываем и запускаем обратно. Обратный маршрут – это продажа животных и обратно к свинкам. Так, запустить. И здесь функцию «Да» включаем. Так, и также у нас вот еще один работник закончил. Закончил работу. Отлично. Смотрите, как хорошо. Все поле удобрено. Просто отлично. Нет никаких претензий. Так, ну а мы с вами сейчас поедем на первое поле обратно.
А потом тот трактор пригоним сюда. Здесь будем сеять ячмень. Вот. А этот трактор мы отвезем обратно. И пройдемся еще раз уже по засеянному, чтобы полностью уже третью стадию завершить. Вот. Но здесь сейчас нам, в принципе, делать нечего, потому как не все поле засеяно, и удобрять вот так кусками — это не дело. Мы лучше подождем, вот, и тогда уже, собственно, с вами продолжим. А на этом у нас серия сегодня уже заканчивается. В следующей серии мы, скорее всего, будем уже убирать урожай, и за кадром я напишу курс для покоса травы, ну и будем делать тюки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.